До 9 мая остались считанные дни. В городе пишут сценарии, поздравляют ветеранов, проводят субботники. Вот мы сегодня проводим субботник под эгидой «Единая Россия». Здесь присутствуют члены партии «Единая Россия», представители молодой гвардии, представители организации «Новошахтинск-Ургаз» под руководством Алия Мирвиевича Седакова. Руководитель Новошахтинского горгаза предоставил рабочую силу, инвентарь, покрасочные материалы. Все то, без чего на субботнике не обойтись. В то время, пока ученики школы номер 40 грызут гранит науки, директор Светлана Викторовна Юрова удачно совмещает работу умственную, физическую и общественную. Для детей, которых мы воспитываем в школе, лучшее воспитание – это собственный пример. И поэтому вот сегодня с удовольствием физически работаю, потому что умственной работы тоже много. А здесь ощущаю принадлежность к нашему городу, потому что я здесь уже и физически чем-то могу помочь. Готовимся впервые тоже в этом году к митингу, в котором раньше не принимали участие здесь, на братских могилах. Если на факельном шествии мы привлекаем 8-11 классы, то здесь привлекаем 6-7 классы. Фронтовик «Единорос» Сергей Вайленко возглавляет компанию 3Z Media, успевает и фирмы руководить, и принимать участие в делах партии. Базируется компания в Нижнем Новгороде. В ближайшее время мы планируем переезд в Новошахтинск с целью создания рабочих мест и привода технологий в город. Занимаемся мы светодиодным освещением. Представитель Общероссийского народного фронта Сергей Вайленко поддерживает все инициативы партии «Единая Россия». Субботник в поселке Бугултай – один из пунктов в списке его дел. Целиком и полностью разделяю все направления партии, поддерживаю. И мозгами это все осознаю и понимаю. Постоянно держу на связи, узнаю, где что нужно, всячески помогаю. Не только в праздники этим нужно заниматься все время, потому что человек родился один раз, проживет он один раз, поэтому нужно участвовать во всем и везде по максимуму. Новошахтинцы, вы не будьте равнодушны. Очистим улицы, площади, парк и сквер. И помните, тот город самый лучший, в котором сами жители – пример. Наша съемочная группа не удержалась и приняла участие в субботнике. Мы считаем, что совместный труд объединяет. Дело за вами!